Итак, добрый вечер. Проверим звук. Все в порядке. Звук работает. Итак, мы будем начинать. Включаем запись и пошел. Запись пошла. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие единомышленники, наши партнеры. Мы сегодня заканчиваем цикл вебинаров, который посвящен дубликации, состоит из 8 больших тем. И сегодня у нас последняя, 8-я тема. Будем говорить о возражениях. Одну секундочку. Техническая проблема. Все в порядке. Закрыла дверь, чтобы посторонние звуки не мешали, соседские. Итак, меня зовут Любовь Федорова. Я являюсь спикером по дубликации и куратором Латвии, латвийского региона. Итак, мы говорили о том, чтобы быть хорошим наставником, чтобы из нас получился хороший, можно сказать, помощник для наших партнеров, которые хотят создавать команду, которые хотят строить свой бизнес. Вот для того, чтобы стать таким, можно сказать, профессионалом, нам достаточно понимать, какие перед нами стоят задачи, какие задачи мы должны научиться решать и помогать решать своим коллегам, своим партнерам. И вот вся эта, можно сказать, наука состоит, можно так разбить ее буквально на 7 задач. Нам нужно уметь правильно ставить цели, потому что без цели мы вообще не можем делать никаких шагов, таких, можно сказать, продуктивных шагов, да. Дальше в нашем бизнесе, так как это рекомендательный бизнес, нам в обязательном случае нужны контакты, нужны люди, из которых мы создаем команду. Поэтому создавать эту книгу контактов, работать с ней тоже нужно учиться. Естественно, как и в любом бизнесе, мы учимся планированию, мы учимся делать звонки, мы учимся разговаривать с людьми вживую, вести презентации, вести встречи. Также мы учимся, как сопровождать своего партнера, как помогать ему на протяжении всего пути или на протяжении первых шагов, на старте, да, потому что есть люди, которым можно только маленькие наметки давать, и он моментально схватывает, и все, и помчался, и у него все получается. Он только повернулся, задал вопрос, если у него что-то где-то непонятно, и все, и дальше пошел. А есть такие, которых нужно буквально за руку вести первое время, рассказывать, показывать. И им это нравится, и они с удовольствием принимают такую помощь. Поэтому к такой помощи мы тоже должны быть готовы. И сегодня мы поговорим о 7-й задаче – это работа с возражениями. Потому что в любом случае, всегда, практически всегда, то есть каждый из нас, каждый из вас сталкивается с тем, что люди начинают возражать. Кто-то, по разным причинам возражают, вот, кто-то достаточно серьезно возражает, и у него действительно есть причины, вот. И тогда нам нужно просто найти правильные аргументы. А кто-то, извините, пытается, может быть, даже нас вывести из себя, просто вредничает, да? Вот. Но тут тоже очень хорошо, если мы научимся быть более чувствительными и тонко их вычислять, этих людей, кто серьезно, а кто несерьезно с нами общается. Вот. Для того, чтобы вот эту аргументацию делать достаточно правильно, профессионально, мы тоже этому учимся. Допустим, важно создать атмосферу взаимопонимания, чтобы человек был расположен к нам, чтобы он был открыт. То есть мы должны быть открыты, и он нам будет открываться. Он будет нас воспринимать, он будет нас слушать, ему будет хотеться нас слушать. Можно и нужно рассказать свою историю, как, допустим, я пришел в проект.
Может быть, я тоже зашел через большие какие-то возражения, да, то есть чтобы наш партнер понял, что мы тоже люди, и мы тоже сомневались когда-то в чем-то, нам тоже какой-то информации не хватило, мы тоже задавали вопросы, мы тоже были нерешительными, ну, поначалу, да, то есть как мы восприняли, как мы заходили в этот проект. Дальше, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, нам всегда нужно в конце конкретизировать, то есть и выяснить, правильно ли нас поняли. И на каждом этапе, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни говорили, нам очень важно получать обратную связь и понимать, нас правильно поняли или нет, чтобы дальше, когда человек будет принимать решение, мы были уверены в том, что мы дали стопроцентную информацию, и мы были еще уверены в том, что нас правильно поняли, да, вот. Это тоже очень важно, и это мы тоже выясняем буквально вот вопросами. И вот тогда мы разъясняем, уточняем то, что вот было человеку непонятно, вот. Возражения бывают всякие разные, и очень часто бывает так, это какие возражения такие интуитивные, это когда рефлекторные, может быть, даже я бы назвала, когда человек падает, он рефлекторно выставляет руки вперед, да, защититься. Вот, иногда это помогает, иногда это не помогает. Также и здесь, когда вдруг человеку мы говорим о чем-то для него новом и неизвестном, он тоже пытается выставить руки вперед, он тоже пытается сначала как бы немножечко себя защитить, потому что мы же понимаем, что проектов очень много, приглашений очень много фейков разных, да, и люди уже тоже к этому всему привыкли, и как только начинает идти речь о том, что мы куда-то хотим пригласить, очень многие люди, особенно кто уже обожглись, да, они, у них такая есть первая реакция. И они могут вам сказать все, что угодно. Там, у меня нет денег, у меня нет времени, моя жена не согласится. Ой, это пирамида, я про это слышал, да. То есть на это можно не обращать внимания. Если он не настаивает, если он полностью не отправляет нас и не отказывается нас слушать, а вот только у него такая рефлекторная какая-то реакция, то не зацикливаемся на этом, да. У нас есть определенная цель, мы с человеком общаемся, мы хотим ему что-то рассказать, и мы всегда скажем, да подожди, да, подожди, сейчас ты мне скажешь, давай я закончу мысль, да. Вот, и есть реально три причины возражения, когда человек говорит нам «нет». То есть первое, даже не то, чтобы окончательное «нет», да, просто вот первоначальное «нет». Когда человек сомневается в целесообразности вообще покупки. То есть я обобщаю, говорю, покупка – это вступление в проект. В нашем случае покупка чего-то другого, если мы говорим о конкретных продажах чего-то. Да? Вот. Если он сомневается, надо ли ему это, да? То есть получается, что он у нас как будто бы запрашивает дополнительные аргументы для принятия решения. И вот тут нам помогают наши знания об основном побуждающем факторе, потому что именно там мы выявляем потребность человека, и именно там мы вот аргументируем конкретно, мы говорим ему причины, по которым, в принципе, ему хорошо было бы согласиться, потому что он сможет закрыть какие-то свои потребности, какие-то свои надобности. Да? Второе – это потребность в дополнительной информации. Просто мало информации, просто не понял, что это, не понял, куда мы его зовем, просто нет информации. И мы в процессе разговора это выясняем, задаем вопросы, выясняем, чего ему не хватает, что ему еще непонятно, и даем ему эту информацию. Вот. Ну и бывает еще такое, как вежливый отказ. Это когда, по большому счету, нам нужно отпустить человека и не трогать больше. То есть он действительно категорически и как будто бы окончательно говорит нам «нет». Вот. Это тоже можно и нужно прочувствовать для того, чтобы не портить себе настроение, не терять свое драгоценное время и энергию. Вот. Существует три типа людей по отношению к делам, по отношению к каким-то действиям. Да? Например, можно на хоккее это очень легко объяснить, на игре такой хоккей. Да? Первая группа – это игроки. Это человек, который всегда на поле, который знает, чего он хочет, он знает, что ему нужно делать. И если есть какая-то идея, он ее схватывает. Вторая – это аутсайдер. И третья – это зритель.
И вот сейчас вот давайте поподробнее. То есть игроки, они готовы как бы готовы рискнуть, они готовы принять наши предложения, они быстро схватывают, так сказать, правила игры, и с ними легко работать, с ними очень быстро можно выстроить цель, то есть поставить цель, с ними быстро можно запланировать, какой-то план действий наметить, да, потому что этот игрок, он всегда в процессе, и он готов вливаться в любой процесс достаточно быстро. Так, я хочу посмотреть, как у нас идет трансляция. Очень хорошо, все в порядке. Вот, следующая категория – это аутсайдер. Кто такой аутсайдер? Это бывший игрок. Это бывший игрок, у которого что-то не получилось, у которого где-то что-то не сложилось, где-то обжегся, где-то ошибся, где-то проиграл. Проиграл, испытал горечь проигрыша, и он не хочет опять оказаться в такой ситуации. Ему проще отстраниться, ему проще понаблюдать, ему проще не играть, чем еще раз рискнуть и еще раз потерпеть поражение. И с такими людьми работать можно, потому что он знает, чувствует вкус победы. Он его помнит, он знает, какие это эмоции. И этих людей достаточно легко перевести из категории аутсайдер в категорию игрок. Вот. Здесь только опять нужно выявить его потребности, его основной побуждающий фактор, причину его возражений и дать ему то, что ему необходимо. Это информация или это аргументация, или это что-то, может быть, что-то еще. Вот. И третья группа – это зритель. Это зритель, который все знает. Он знает, как надо, он знает, сколько надо, он знает, что надо. Он знает все, он только ничего не делает. Это как зритель, который смотрит по телевизору хоккей на диване, и каждому игроку он кричит, что он неправильно делает, что он неправильно делает подачу, что вообще они не умеют играть. Да, вот он единственный все знает, но он ничего не делает. С такими людьми хорошо, когда мы умеем их быстро выявлять, потому что они могут очень долго маскироваться. Они могут задавать всякие вопросы. Вот это как раз те люди, которые могут задавать каверзные вопросы, можно сказать, забирая нашу энергию и время, и в конечном итоге это все равно он окажется зрителем, ему просто хотелось с вами пообщаться. Ему просто, как знаете, в моей ситуации одна была, ну, не одна такая история была, но вот одну четко я помню этот ответ, когда мне задавали вопрос, я сначала серьезно отвечала, потом я понимаю, что я внутренне уже начинаю раздражаться. Вот. И в конечном итоге я поняла, либо я сейчас начну срываться и что-то доказывать, либо мне просто надо сказать «до свидания», и все. То есть это был мой выбор. Либо я продолжаю терять дальше свою энергию, да, либо я просто говорю «до свидания, мне это не нужно». Я вижу, что тебе это не нужно, и мне это не нужно. Вот. И вот в этот момент, когда я сказала, что я понимаю, что тебе это не нужно, поэтому давай переведем тему, я больше не буду тебе ничего говорить. Вот. И она мне говорит, а что ты так нервничаешь? А почему ты мне не хочешь говорить? Я говорю, что ты задаешь такие вопросы, на которые ты даже ответы не слышишь. Я просто понимаю, что тебе это не нужно. Говорю, зачем ты мне задаешь эти вопросы, если это тебе действительно не нужно? Она говорит, я хотела посмотреть, как ты будешь выкручиваться. Понимаете? То есть человек уже потом открытым текстом сказал, да, действительно, ему это было не нужно. Вот, поэтому хорошо, если мы умеем распознать этих людей, если это просто зритель, если это просто человек, который хочет вас вывести из себя, вот, то мы ему говорим «нет». Он нам вежливо говорит «нет», и мы ему вежливо говорим «до свидания». Так, дальше. Возражение. Какова же, как сказать, природа этих возражений? И как нам, вернее, какова природа возражений, мы уже поговорили, откуда они берутся, как нам реагировать на них, как нам нужно себя вести, когда мы встречаем какое-то возражение? Первое, нам все-таки нужно осознать, что возражение имеет место быть. То есть человек имеет право сомневаться. Нам надо осознать это, что да, нам будут возражать, да, нам нужно быть к этому готовым. Нам необходимо принять это возражение. Да, я понимаю, почему вы сомневаетесь, я понимаю, почему вы так говорите. То есть мы его принимаем.
Ну, может человек сомневаться, но ведь у него есть опыт, был, может быть, какой-то опыт, и есть причины для этого сомнения. Поэтому мы принимаем его сомнения, его возражения. Но наша задача – это нейтрализовать. Что значит нейтрализовать? Дать недостающую информацию, дать то, чего не хватает человеку для того, чтобы он перестал возражать, для того, чтобы он принял тоже эту информацию без возражений. Это как, я привожу такой пример, потому что он очень понятный. Если у нас есть, допустим, кувшин с водой, с простой, и он налит под горлышко, под завязку, а мы хотим долить туда сироп, чтобы эта вода была вкусная, нам в любом случае нужно будет сделать место для этого сиропа, нам нужно будет отлить немножко этой воды, чтобы потом добавить туда сироп, и у нас получится вкусная вода. Здесь то же самое с возражениями. Если человек наполнен этими возражениями, нужно дать ему возможность их высказать. Когда он их выскажет, он их освободит место для той информации, которую мы ему туда потом дадим. Потому что у него заполнено своей информацией, своим пониманием, своим восприятием, своим мнением, которое он тоже сделал, исходя из каких-то фактов, которые он собрал. И для того, чтобы еще плюс наша позитивная информация туда поместилась, ему нужно этот негатив вылить. Поэтому мы как раз и осознаем, принимаем, задаем вопросы, даем ему возможность высказаться. В принципе, для нас это проще, потому что когда он начинает высказываться и говорит, это не будет работать, потому что то-то, то-то, то-то. Или вы не сможете построить, потому что вам там что-то не дадут. Или я не хочу об этом слушать, потому что я читал, что на самом деле это картонные какие-то модельки, да, как поначалу было картонные модельки. И когда мы приехали в Берлин на Иннотранс, и там действительно были какие-то модельки у кого-то, у других фирм, а у нас стояли настоящие, снятые с рельсов наши вагоны, которые уже ездили, в которые можно зайти, сесть, посидеть, то, конечно, после этого те, кто писали, что это картонные модельки, но они уже просто не могли даже и убедить других людей, тех особенно, которые были в Берлине, да, или видели репортаж. Поэтому нам очень хорошо, когда человек высказывается, и мы понимаем, что мы туда можем положить, какую информацию ему нужно дать. Ну и, естественно, какие базовые группы аргументации у нас в нашем случае, в нашем проекте существуют, о нашем транспорте. Да? Это мы говорим о характеристиках транспорта и всей технологии, это безопасность, экологичность и все такое. То есть нам это нужно хорошо изучать, чтобы мы знали много об этом, да, много характеристик, качества. Говорить о выгодах, которые они несут. Это выгоды могут быть как для человечества, как для природы, как для животных, как финансовые выгоды, как выгоды для нашего здоровья, потому что это безопасность и нет выхлопа. Да? То есть мы говорим о выгодах, которые, по большому счету, приглашая в проект, мы говорим, что здесь есть выгоды не только что это будет вот для экологии, это будет для людей, да, что вот такие глобальные выгоды. Здесь можно сегодня и сейчас для себя собственную выгоду получить, финансовую, сегодня. Ее можно и потом получать, да, но и сегодня можно получить. То есть мы обо всех выгодах, в принципе, можем говорить. Ну и о доказательствах наших слов. А где доказательства наших слов? Это наши испытательные центры. Это Марина Горка под Минском, и это инновационный центр в Шарже. Вот, пожалуйста, нам по большому счету информация нужна только вот из этих трех групп для того, чтобы мы могли с человеком говорить и говорить о его возражениях. Да? Вот. И сейчас у нас начались мастер-классы с Натальей Ивановой. Она дает очень подробно на разные темы очень подробную информацию.
И когда была тема о возражениях тоже, я для себя даже узнала кое-что новое, и мне это очень понравилось. И сейчас мне хотелось бы кое-что вам тоже дать, поделиться, можно сказать, той информацией, которая упорядочилась, может быть, помогла в моей голове встать на полочки вот этой большому количеству информации, которая есть. Оказывается, чтобы работать с возражением, существует определенный алгоритм, просто определенный алгоритм, и он состоит из шести составляющих. Первое – это присоединение. Второе – объяснение присоединения. То есть я сейчас просто зачитываю, и мы будем сейчас отдельно по каждому поговорим. Третье – это факт. Четвертое – аргумент. Пятое – цель диалога. И окончание взаимодействия. Это вот мы разговариваем с человеком, который нам возражает. Итак, что значит присоединение? Это когда мы то, что я только что сказала, принять. Принять, да, то есть осознать, что у человека есть возражение, осознать, вот, то есть присоединиться к мнению клиента, дать понять, что его возражение, его мнение имеет место быть. И тем самым мы снимаем сопротивление с того, что мы скажем дальше. То есть если мы говорим, да, конечно, Иван Иванович, очень хорошо, что вы об этом заговорили, я понимаю, вы можете сомневаться, да, то есть он уже видит, что о, вы не нападаете на него, вы принимаете, вы согласны с его мнением, да, и он тогда будет слушать, он уже не будет сопротивляться тому, что мы, о чем мы будем говорить дальше. Дальше мы тут же как бы плавно объясняем его присоединение, то есть мы усиливаем эффект присоединения, объясняя, откуда такое мнение у него возникло и у других людей тоже. То есть и это покажет, что вы на самом деле принимаете и учитываете такую точку зрения, вот которую он сейчас высказал, и вы с уважением к нему относитесь. Вот, потому вот мы говорим, да, конечно, очень хорошо, что вы об этом заговорили, вы имеете право сомневаться, потому что я тоже считаю, что при выборе какого-то финансового партнера в первую очередь очень важна его репутация. То есть вы ему говорите, да, я согласен, что вы имеете право сомневаться, потому что для вас также важна репутация фирмы, что это за фирма. Поэтому пока вы всего этого не узнаете, вы не пойдете дальше. И я согласна, и это правильно. Да? И тут же мы приводим факты. Факты, относящиеся именно к этому возражению. И очень хорошо, если мы будем приводить известные факты. То есть мы можем апеллировать цифрами, потому что это убеждает и вызывает еще больше доверия. Смотрите, если, допустим, нам говорят, что это, допустим, ну, допустим, начнем с того, что на слайде, да, что ну, у вас не получится, вы, наверное, какие-то мошенники, это все несерьезно. И мы говорим, что, вы понимаете, компания, наша компания, на рынке с 2015 года у нас более 400 тысяч человек из 210 стран мира стали нашими партнерами. Мы участвовали там в 19 международных выставках. У нас есть два испытательных центра в двух странах. Это Белоруссия и это Арабские Эмираты. У нас построено более 10 видов подвижного состава. Если мы на тот момент знаем точную цифру, мы скажем точную цифру. А вот, допустим, там 4 вида трасс полностью сертифицированы. На 4 видах трасс мы уже катали людей. Понимаете, мы приводим факты. Это факты. Или же нам сказали про пирамиду, да, очень часто нам говорят про пирамиду, и мы говорим, да, конечно, вы имеете право сомневаться, потому что на рынке очень много недобросовестных компаний, сетевых, и очень многие действительно работают по принципу пирамиды, когда у него нет продукта, а они выплачивают дивиденды с тех денег, которые последующие люди, то есть первые, кто вступил в эту компанию, как МММ, да, и мы прям можем факт представить, да, пусть это старое, сейчас, конечно, очень много новых, там и Финика очень такая современная пирамида была, хорошая, в кавычках хорошая, да,
Вот, но мы приводим, действительно было так, что первые люди вложили деньги, и дальше им уже выплачивались дивиденды только из тех денег, которые последующие люди приносили. То есть это действительно пирамида, и вы имеете право сомневаться, потому что таких компаний очень много. Но когда мы говорим о нас, мы приводим свои факты, что вот мы столько-то лет на рынке, мы сделали то-то, то-то, это все можно проверить, вот. И у человека, конечно, уже будет, будет к нам доверие, это будет гораздо больше доверия. Вот. И тут же мы приводим ему еще аргумент, что почему мы не можем быть мошенниками, почему мы не мошенники, потому что, имея такие регалии и результаты, мы не готовы рисковать своей репутацией. То есть этот аргумент нужно обязательно приводить. Он должен перекликаться вот с тем фактом, то есть как бы мысль должна одна за другую цепляться, потому чтобы не потерять логическую нить диалога. Да? То есть мы говорим, да, у нас есть то-то, 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 и вот, имея все это, наша аргументация не быть мошенниками. Мы не можем рисковать своей репутацией, потому что мы столько всего уже сделали, поэтому обманывать людей, нет нам уже никакого смысла, когда столько денег вложено в это все и построено. Это же деньги не положил тут все в карман, они все в стройку ушли. То есть вот они, эти деньги. У нас же не просто так проходит экофестиваль каждый год. Как я говорю, это отчетная конференция, то есть компания Анатолия Эдуардовича, UST сейчас, да, она называется, Юнистский Стрим Технологи, он отчитывается, это отчетная конференция, он отчитывается о проделанной за год работе, он отчитывается о потраченных финансах, то есть деньги мы вложили, и он показывает нам, во что вложено, что за год сделано, как мы продвинулись. То есть это же тоже очень важно. То есть любой человек, пусть он там несколько тысяч вложил, да, или он всего там, не знаю, $250 своих одолжил, инвестировал, да, но он имеет абсолютно, они оба имеют абсолютно одинаковое право, одинаковые возможности приехать и все это увидеть своими глазами. Поэтому мы аргументы приводим, и у нас на сегодняшний день их действительно настолько много, что, мне кажется, что совершенно несложно уже говорить, совершенно несложно отвечать даже на эти возражения, потому что у нас очень много, как говорится, козырей уже. Да? Дальше у нашего диалога всегда должна быть цель, и мы до нее должны дойти. Да? То есть, как мы уже говорили, у любого звонка, у любой презентации, у любой нашей встречи, у любого диалога всегда должна быть цель, и мы должны ее понимать. Наша цель какая? Пригласить на презентацию человека. Да? Поэтому мы переходим, плавно переходим к своей цели. Это приглашение на живую или на онлайн-встречу, или на регистрацию, на открытие, как я говорю, собственного офиса, онлайн-офиса. Обязательно предлагаем дату и время, формат встречи и получаем обратную связь, да, чтобы человек согласился. Да, буду, да, хорошо. Я приглашаю вас на... Говорим, какую встречу, куда мы именно его зовем, да? Вот, чтобы более подробно рассказать вам о том, как вместе с нами инвестировать, какие результаты можно получить, какие вы хотите результаты получить, как нам идти по этому пути, как вам будет удобно, завтра в 14 или в среду в 10. Да? Вспоминаем, когда мы назначаем встречу, мы предлагаем человеку два времени. Если мы ему предложим три времени и больше, то может быть такое, что он скажет, мне ничего не подходит, я не могу, давайте я подумаю. Психологически вот это так работает. Еще, когда мы говорим, да я на неделе в любой момент могу с вами встретиться, это тоже может говорить о том, что у нас нет встреч, у нас нет партнеров, у нас нет работы. И человек может сомневаться, тоже скажет, да, вот он так красиво мне расписывает, да у него тут все так классно, а на самом деле у меня вся неделя свободная. Вот. Поэтому проще всего давать два времени, из них всегда выбирать намного легче.
Но если ни одно, ни другое человеку не подходит, поверьте, он предложит третий вариант сам, именно тот, который подходит ему. То есть, ну, так правильнее будет предложить ему два времени. Это намного легче для клиента, чтобы сделать выбор. Вот. Ну и обязательно мы прощаемся, говорим все, как бы зафиксируем нашу договоренность. Вот, мы говорим, еще раз проговариваем, где и когда мы с ним встречаемся, мы прощаемся всегда на позитивной ноте, желаем хорошего дня. Вот, мы тогда говорим, так, отлично, тогда вы там в мессенджере, опять-таки, сами скажем, в каком там, если мы договорились, там, в Телеграме, в WhatsApp, не знаю, в мессенджере в каком. Я продублирую все детали встречи, хорошо? Все, прощаюсь с вами, до нашей следующей встречи, желаю вам хорошего дня. Вот. Здесь еще, как мы говорили, в телефонных разговорах, в теме телефонные разговоры, есть еще один вариант. Когда человек не хочет назначать следующую встречу, ну, говорит, нет, вы знаете, все-таки мне пока не получается, давайте немножко подумаю. Ну, действительно, мы видим, все, он идет назад, мы не будем навязываться, ничего. То есть он нам отказывает, и мы там уже по-всякому постарались, и все. Но он пока нам говорит нет. Тем не менее, мы, как всегда, как мы говорили, мы никогда не включаем негатив, мы прощаемся с человеком на позитиве, на хорошие нотки, мы желаем ему хорошего дня, мы можем сказать, ну, может быть, разрешите, я вам позвоню, там, например, когда... Ну, вот в нашем случае сейчас мы можем сказать, ну, вот сейчас у нас пройдет экофест, там будут очень хорошие новости, вы разрешите, я вам потом позвоню после экофеста, расскажу вам там или пришлю вам какой-то ролик, да, там расскажу вам, что у нас нового происходит. Всегда как бы мы даем себе такую фору, даже не знаю, как сказать, ну, возможности еще с этим человеком встретиться, и мы договариваемся и берем его согласие на это, да, что если сейчас не получилось, то договариваемся о том, что у нас будет еще следующий раз, да, когда-то, может быть, при других обстоятельствах, потому что обстоятельства тоже бывают разные. Человек, может быть, возражает только потому, что он хочет закрыть эту беседу, потому что сегодня не время и не место для него в данный момент с нами говорить, принимать эту информацию, потому что у него что-то происходит или у него должно что-то произойти очень важное в жизни, да, и он сейчас думает просто о другом. Такое тоже бывает, никогда это не исключаем. И он возражает, но... Мы понимаем, он возражает не потому, что ему это неинтересно, не потому, что он считает, что это плохое, что это обман или еще что-то, а только потому, что он сейчас не может или не готов принимать от нас эту информацию. Ему некогда, у него голова занята сейчас другим. Да? Поэтому здесь тоже важно попрощаться и получить разрешение, ну, связаться в удобное для него время или просто позже, или просто вот после какого-то события, когда действительно будут новости. Вот. Итак, немножечко хочу поговорить о скриптах. Есть у нас такие небольшие скрипты, подборки. Если человек... Вот есть какие-то возражения, и действительно очень часто бывает, что мы не... Сейчас. Не знаем, с чего начать. Ну, не знаем, с чего начать, да? И поэтому есть такая небольшая помощь. Итак, человек говорит, у меня нет денег. Вот. Очень часто так начинают, и мы тогда говорим, я с вами сейчас встречаюсь не потому, что у вас есть деньги, а потому, что у вас их нет. То есть здесь мы делаем акцент на том, что я предлагаю вам возможность их заработать. Конечно, вы их сразу не получите, они не появятся у вас сами по себе. Это работа, как и всякая другая, но вас будут вознаграждать за вашу работу и за работу ваших людей, за людей в вашей структуре. И это тоже стоит того, чтобы рассмотреть мое предложение. То есть мы здесь наш посыл таков, что я не пришел забрать у тебя деньги, я пришел показать тебе, что я могу тебе эти деньги помочь заработать, да, вот. Также можно, как для сравнения, сколько вы зарабатывали бы на своей работе, если бы тратили, допустим, по 2 часа в день, да, и
тут же можем привести пример, что вот если взять 2 года, и вы по 2 часа в день по оплате, допустим, вашего времени на вашей работе, сколько бы вы заработали, и сколько можно заработать здесь, да? То есть мы можем провести такую аналогию. И так как у нас при выплате бонусов существует такая система немножечко, как в сетевом бизнесе, то мы об этом говорим, не нужно этого стесняться. Мы спокойно об этом говорим, потому что на самом деле это очень хороший... Здесь можно действительно очень много заработать. Вот. И тут вот мы можем как раз сделать сравнение, показать, сколько он сейчас зарабатывает и сколько он может заработать, допустим, работая по несколько часов в день. И, естественно, мы можем показать и рассказать нашу партнерскую программу. Вот. Дальше человек может говорить: у меня нет времени. Здесь тоже можно по-разному. То есть как понимать, что у вас нет времени? Вы сейчас куда-то спешите? Вы сейчас над чем-то работаете? Вот. И опять-таки мы можем говорить про эти 2 часа. Найдется ли у вас 2 часа в день, чтобы повысить свой доход? Здесь можно еще немножечко по-другому сказать. А может быть, хорошо, у вас нет этих 2 часов, у вас нет времени. А может быть, вы знаете кого-то, кто хочет зарабатывать, кто тоже хочет дополнительный какой-то доход. Может быть, вы знаете, у кого есть эти 2 часа. Порекомендуйте мне кого-то, я предложу ему. То есть здесь очень часто бывает так, что... Когда мы говорим, что я так хочу поделиться этой возможностью, потому что здесь можно так много заработать, но если у вас действительно нет времени, посоветуйте мне кого-то из ваших людей, вот кому это действительно нужно. И бывает так, что человек думает: ой, ё-моё, что это я должен кого-то? Давай я сначала сам это предложение выслушаю, потому что если еще можно зарабатывать от работы моих людей, то лучше я потом сам их приглашу, да? Здесь тоже такое немножечко срабатывает человеческий, может быть, где-то эгоизм, где-то, не знаю, жажда заработать побольше, да? Вот. То вот если мы говорим: не можешь ты, дай мне кого-нибудь, да? Вот. Дальше можно также сказать, что я прекрасно понимаю, что у вас нет времени, потому что я тоже очень занятой человек, но согласитесь, все, что зависит от планирования, что все зависит от планирования и ваших предпочтений. То есть мы можем распланировать вашу работу, и вы выделите определенное время, может быть, там, не знаю, несколько часов в неделю, даже не каждый день. То есть, ну, если мы распланируем, вы ведь сможете найти время, если вас, конечно, заинтересует то, что я вам хочу дать. Вот, потому что это благоприятная инвестиционная возможность, она очень легкая. И у нас есть вообще свой стиль в бизнесе, который экономит время клиентов. И вот мы об этом вам расскажем. Вот. Многие говорят: ой, я не знаю так много людей. И тут мы вспоминаем тему список контактов, и мы говорим: я вас понимаю. Я тоже так думала, что у меня очень мало знакомых, кому я мог бы это предложить, потому что список я сразу вспомнил, записала, он мне получился очень маленький. Вот. Но когда я начал составлять этот список, особенно с подсказками, о которых мы уже знаем, с ассоциациями, о которых мы уже знаем, то этот список окажется очень большим. И, в принципе, очень важно не принимать самому решение за кого-то, за других людей до встречи с ними. Ты никогда не угадаешь, для кого этот бизнес может быть подходящим, кто, может быть, давно хочет таким бизнесом заняться, кто мечтает и, может быть, ищет, находится в поиске, мы не знаем. Поэтому позвоните, спросите. Это наша прямая обязанность, так скажем. Вот. Но когда мы говорим о том, что мы предлагаем, мы приглашаем и работаем с возражениями. Да? Если, как мы говорили, что составлять список контактов по тем правилам,
которые вот на вебинарах мы раскрывали по подсказкам этим, то по большому счету человек может спокойно создать список из 200 людей, потому что у нас практически у каждого к 20 годам уже этот список из 200 человек может быть написан. Мы действительно взаимодействуем за эти годы с таким количеством людей, с которыми мы могли бы встретиться, сказать: «Привет, ты меня помнишь?» «Ой, да, я тебя помню». Вот. И представьте себе, если один человек может написать список из 200 имен, то каждый из этих людей, из этих 200 людей, каждый из них может тоже составить точно такой же список. Вы себе представляете, какая это огромная может получиться структура, если действительно задастся целью. Вот. Ну, любимое мое возражение – это пирамида. Я уже немножечко об этом сказала, что вы имеете в виду под словом пирамида, потому что это же, можно сказать, любимое возражение людей, кто любит возражать. И любимое возражение уже мое, потому что я понимаю, что всегда я могу на это возразить, вернее, всегда смогу это объяснить и нейтрализовать это возражение, потому что мы понимаем, что такое пирамида. Пирамида – это система, где продукт или оказание услуги не существует. Если вас вознаграждают за то, что вы приводите нового человека и нет продукта или услуги, это мошенничество. В многоуровневом маркетинге у нас всегда есть продукт, который мы предлагаем людям. Это что угодно может быть. В нашем случае это договор конвертируемого займа. То есть мы одалживаем деньги компании UST и получим потом, сейчас мы получаем залоговые акции, а потом мы получим дивиденды. Это тоже продукт. Понимаете, услуга – это тоже продукт. Но когда продукта нет, это мошенничество. Это пирамида, финансовая пирамида. Вот. И если вас вознаграждают за распространение вот этого продукта либо вот этой услуги, то это абсолютно законно. И вот мы можем сказать: ну вы согласны со мной, что это законно? Потому что распространять, продавать, доносить можно по-разному, лишь бы было что. И за это платят. Кому-то платят просто за информацию, потому что он читает лекции. И это тоже считается распространением своего продукта. Это продукт лектора, это его знания, и он их может продавать. И это абсолютно тоже законно. Поэтому здесь по поводу пирамиды очень легко объяснить. И также мы понимаем, что это самый динамичный вообще тип продаж, потому что здесь действительно в зависимости от маркетинга, от глубины, мы понимаем, как много можно заработать. То есть величина заработка зависит от маркетинга. В каждой компании он разный, у нас он просто замечательный. Вот. Второй вид возражений, вернее, второй вид объяснений по поводу пирамиды, такое, что вообще само по себе система пирамида – это вполне нормально, когда продается какой-то достойный продукт или оказывается какая-то нужная услуга. Если посмотреть на какие-то большие организации, в их основе тоже стоит пирамида. Сверху один человек управляет, потом идут отделы, потом идут простые рабочие, и все равно основной заработок зарабатывается рабочими, а получают все равно деньги те, которые управляют этими рабочими. То есть управлять тоже нужно уметь правильно, организовать работу рабочих для того, чтобы они могли заработать больше. И таким образом рабочие тоже кормят не только себя, но и свое начальство. Управление государством, та же пирамида, любое предприятие, пирамида. То есть и это тоже нормально. То есть большие-большие компании, корпорации, это пирамида. И сверху всегда людей меньше, чем внизу. Поэтому что здесь плохого? Ничего здесь нет плохого. Главное, чтобы это было законно. Главное, чтобы мы могли объяснить, что это нормально, что здесь нет ничего противозаконного. И тогда с возражением пирамида у нас будет покончено. Вот. Есть люди, которые говорят: у меня был плохой опыт с сетевым маркетингом. Да, согласна,
у нас уже много лет он существует. И действительно, где-то вложились, где-то прогорели, где-то сама компания закрылась, где-то фейковая компания была, да, которая обманула, то есть где-то на спад просто пошла ее деятельность, стала, может быть, они не перепрофилировались, не расширялись, не развивались, и потихонечку они угасли, хотя тоже работали по-честному. Да, правильно и законно. Кто-то незаконно работал, да, и мы могли туда попасть. И мы получили этот плохой опыт, и мы уже не хотим оказаться опять в такой же ситуации. Это как с аутсайдером, да, он потерпел поражение и не хочет опять оказаться в такой же ситуации. Поэтому мы, пожалуйста, можем сказать. Здесь тоже очень много аргументов. Первое. У вас, вероятно, был плохой спонсор, который вас не поддерживал, когда вы в этом нуждались. То есть не научил работать, не сумел поддержать в нужный момент, потому что в этом виде маркетинга не система, а люди – это движущая сила, люди, которые ведут за руку, которые помогают. У нас замечательная система дубликации, и я вам покажу все, что вам нужно для этого бизнеса. Я вам помогу, я вас научу, ну как что нужно делать. Вот, возможно, это главное различие между моим предложением и вашим предыдущим опытом, да, что просто вас не научили, просто вас не поддержали. И если вас поддержат, у вас все, если бы вас поддержали, у вас бы все получилось. Поэтому я вас поддержу, и здесь все получится. Разве правильно принимать решение из одного неудачного опыта? Ну, тоже нет. Мы как маленький ребенок, который учится ходить, он спотыкается, падает, встает и идет дальше. Он будет долго и много падать, но он все равно будет ходить. Он пройдет через эти все ошибки, так и тут. Если хочешь зарабатывать, ты видишь свою цель, вперед иди. То есть не надо расстраиваться из-за какого-то одного опыта. Вот, я вас уверяю, вы будете абсолютно удовлетворены. Вот. А то, что у вас уже есть какой-то опыт в такого рода бизнесе, это просто замечательно, потому что на самом деле с таким человеком легко работать. Мы ему говорим вещи, в которых он уже что-то понимает, он нам может задать правильные вопросы, он нам задаст те вопросы, которые у него были не раскрыты, непонятны в его предыдущем бизнесе, где у него отрицательный опыт, и мы тут же ему расскажем как раз-таки положительные стороны, да, то, чего он конкретно, вот действительно, там недополучил. Вот. Но когда говорят, муж, жена не согласится, а так тоже говорят, иногда на полном серьезе так говорят, потому что не хотят в одиночку принимать решения. И мы им говорим, да, это совершенно нормально. Мы принимаем это, да, мы принимаем такое возражение. Это совершенно нормально. Вы бы сами-то согласились с чем-нибудь, если бы у вас не было никакой информации. Вот у вашей жены нет никакой информации, конечно, она не согласится. И самое лучшее – это пригласить ее тоже на встречу, на чашечку кофе, и я вам вместе все расскажу, все о проекте, и отвечу на ваши вопросы, которые у вас в голове возникнут, и которые у нее в голове возникнут. А вот только потом он сформирует свое мнение. Вы согласны с этим? Ну, конечно, согласны. Другое дело, захочет ли он это делать. Вот. Но если ему очень важно, то он захочет это делать, и они придут вдвоем и послушают. Вот. И тут мы можем сказать, как вы думаете, будет гораздо лучше, если ваша, допустим, жена сделает вывод, когда у нее будет 100% информация, которую я смогу ей дать, да? Или ну, как она сможет принять решение, если вы приходите и говорите какой-то процент от информации, потому что все равно человек не может при первой встрече получить 100% информацию. И если он ее не получил, пришел, начинает рассказывать, и то не все даже, что узнал, а то, что только запомнил, да, то понятно, жена скажет, слушай, перестань ты ерундой заниматься, вообще ничего не понятно, и зачем тебе это надо, да? Вот. Не потому что это плохо, потому что ну, у человека просто нет всей информации, чтобы сложилась вот полная картинка. Очень многие говорят, что я для этого не гожусь. Да? Тогда мы говорим, что у меня есть опыт, я могу вас научить, я зарабатываю, у меня получается, можно открыть свой кабинет, не стесняемся показывать, что у нас там в кабинете на счетах, на всех. Вот. Я предлагаю свою помощь. Только вам нужно только желание научиться. Кроме того, что не только я могу вас обучать, да, мы говорим, что если вы желаете учиться новому,
то, пожалуйста, у нас прекрасные образовательные тренинги, которые обучают всем необходимым навыкам для этого бизнеса. Да, мы можем рассказать, что у нас уже прошло, мы можем рассказать, что у нас планируется. У нас на самом деле сейчас, несмотря на пандемию, у нас и онлайн происходят всякие обучения. То есть если человек готов принимать что-то новое, то он будет годен для этого, когда научится это делать. Поэтому не нужно говорить, я не гожусь. Каждый годится, сгодится и сможет это делать, если будет согласен поучиться, подучиться, приобрести какие-то знания и опыт. То есть и мы заверяем, что мы всегда и научим, и окажем поддержку. Вот. Ну и не стесняемся говорить, что сетевой маркетинг – это здорово. И у нас есть элементы сетевого маркетинга в выплате бонусов, в выплате вознаграждения за нашу работу. Вот, поэтому у нас мы рассказываем, что мы получаем и за работу структуры, рассказываем как. Вот, и поэтому хороший спонсор всегда передает свой опыт своей команде. Он на практике обучает, как вести этот бизнес, решает проблемы, помогает выстраивать сетевые структуры. Это тоже всему, этому тоже всему можно научиться. И это как аргумент для человека, которому мы предлагаем бизнес. И на самом деле нигде больше не найти столько солидарности и помощи от своих вышестоящих менеджеров, как вот именно в сетевом маркетинге. То есть здесь нет конкуренции, когда в отделе кто-то хочет выслужиться перед начальством, и у них начинается какая-то конкуренция, соперничество, даже не будем о негативном, будем говорить о позитивном, да, но там все равно есть соперничество, есть конкуренция. То здесь нет, пожалуйста, спонсор, как мы это называем, пригласитель, он все, что знает, он все передаст своей структуре, потому что он прекрасно понимает, от работы структуры будет зависеть его заработок тоже. Вот. Так что если и где-то какие-то заминки, что-то не получается, это не вина системы, это всегда вина людей в этой системе. То есть что-то где-то недоработали, поленились, не захотели или еще что-то. Когда нам говорят об определенности, мне нужна определенность, но здесь тоже можно легко сказать, но в чем эта определенность, в чем, где она есть на сегодняшний день? В наше время всем хочется определенности, но, к сожалению, ее действительно нет нигде, особенно нынешняя ситуация, второй год, мы видим, какая определенность. В мире может все что угодно произойти. Но, допустим, в нашем случае, вот, допустим, вот я уверена вообще в проекте, ну вот действительно уверена. И наш член правления, я привожу его пример, это сейчас я говорю о его примере, когда он сказал, сработало просто идеально, он сказал, я сейчас готов пойти с вами к своему юристу и подписать договор, где будет указано, что если этот бизнес не будет для вас успешным, то я верну вам ваше вложение. Вот я сейчас предлагаю вам сделать какое-то определенное вложение, да, и я верну вам, если это будет не, ну, неудача, да, неуспешно. Но если бизнес станет успешным, вы дадите мне в сумму вдвое больше, чем вы вложили, потому что вы ее заработаете здесь. И я совершенно уверен в успехе этого проекта. Вам достаточно моего слова? И он сказал, что когда он так сказал, то он заполучил очень хорошего партнера, который зашел достаточно с крупной суммой в проект. Вот. Ну, когда говорят, нужно время подумать, здесь тоже важно понимать, он берет время подумать, чтобы от нас отмахнуться, или он действительно недополучил какую-то информацию. Поэтому мы спрашиваем, о чем вы хотите подумать, что на данный момент осталось вами непонятым. Вам нужно подумать о сумме или о способе, или ну вот какой информации не хватило. Да? То есть мы говорим, я хочу прояснить любую оставшуюся неопределенность. Мы задаем вопросы, и мы даем дополнительную информацию человеку для того, чтобы он определился все-таки с выбором, если он серьезно вам сказал, мне надо подумать. То есть мы помогаем ему. И можно ему помочь, используя технику Бенджамина Франклина. Очень интересная и очень хорошая техника. То есть после, допустим, первой презентации, когда мы вот о проекте рассказали, когда вот мы поговорили, мы ответили на вопросы, но человек начинает все равно сомневаться, вот нет, вот я не знаю, вот мне что-то не нравится.
Вот, берем лист белой бумаги, делим его на две колонки, и на одной стороне мы сами записываем преимущества. Преимущества бизнеса, транспорта, проекта, ну, то, на что мы сейчас делали акцент, да, допустим, если мы приглашали в бизнес, чтобы он прям работал, зарабатывал, да, мы просто все преимущества записываем в колонку. А затем даем ему этот лист и говорим, что во второй колонке ты сам запиши недостатки. Вот ты сейчас от меня получил информацию, и вот на твой взгляд, ну вот какие здесь есть недостатки, запиши во вторую колонку. Поверьте, эта колонка всегда будет меньше, чем наша. Колонка с минусами будет всегда меньше, чем колонка с плюсами. Это тоже наглядно человек увидит. Хотя бы потому, что он ну, за один раз все равно не получил 100% информацию. И он даже не сможет, наверное, и объективно оценить. И найти объективно, найти все эти минусы. Вот. А с другой стороны, когда мы видим эти пункты с минусами, которые он написал, это как раз-таки для нас и есть выяснение, чего ему не хватило, где он недополучил информацию, что у него такие возникли сомнения, и он считает это минусами. И нам всегда есть о чем с ним поговорить. То есть используйте эту технику, она действительно очень интересная, она легкая, она простая, и можно это самое, ну, можно ее использовать, это помогает. Это нам помогает, потому что нам есть о чем говорить. Нам не надо думать, с чего же мне опять начинать и как же мне там его убеждать. Да? Мы просто отвечаем на вопросы, мы просто развеиваем его сомнения и все. Сомнения, которые он нам сам только что изложил на этом листке. Вот. Есть такое еще возражение: люди мне не поверят. Здесь, конечно, опять-таки, есть у нас группа. Это доказательства, где мы берем свою аргументацию, да, доказательства, мы понимаем, где можно брать доказательства, чтобы человек понимал, да, вот оно есть, вот оно существует, верь, не верь, его можно прийти, потрогать, пощупать, сесть и прокатиться. Вот. Ну и потом, как вы можете знать, что вам не поверят? Если вы в себя верите, то вам, конечно, поверят. Здесь может быть даже проблема в неуверенности в себе. Очень многие люди говорят: я знаю один проект, там, в принципе, можно заработать, ну, через какое-то время там будут выплачивать дивиденды, ну, я считаю, что можно рискнуть, попробовать. Мало ли, вдруг получится, вдруг потом деньги заработаю большие. Вот я вложил, вот хочешь, давай тоже вложи. А можно сказать, что есть замечательный проект. Я стоял на старте, я видел, как это все начиналось. Я видел эти горящие глаза генерального конструктора, когда он понял, что его мечта может осуществиться. Я видел эти горящие глаза людей, которые приезжали на экофестивали и видели в первый год, второй год, третий год, как продвигалась стройка, и когда они на четвертом году приехали и сами прокатились в транспорте, в который они вложили какие-то свои средства. Это же просто замечательно. И представляешь, на сегодняшний день, и все, и пошли аргументы. Это есть, это есть, это. И мы уже практически заканчиваем. И тут осталось так мало времени, что вот этот шанс, который дается 11 лет, ну, просто грех не использовать. Понимаете, я об одном и том же сказала по-разному. То есть с неуверенностью в себе, с неуверенностью в проекте, и с уверенностью, потому что я стояла на старте, я пришла, когда рассказывали, как будет, и сегодня я уже вижу, как есть. Я уже не говорю людям, вы знаете, пошли, будет вот так, будет вот так, будет вот так. Я сейчас говорю, пошли, уже есть вот это, и у нас осталось вот столечко времени, потому что как только все закончится, мы больше не успеем туда войти, ты не успеешь, я-то все, я уж там. Вот, понимаете? Очень важно верить в себя и верить в проект, вот в то, что вы говорите.
и несколько фраз заключения, которые как бы тоже подходят для заключения сделки, да, то есть просто как фразы, то есть с тобой или без тебя проект реализуется, но мне бы хотелось быть с тобой вместе в команде, да, потому что я знаю, что ты классный человек, что ты сильный человек, что у тебя хорошая хватка такая, то есть я хочу, чтобы ты был в моей команде, потому что у меня уже она есть, эта команда, да, вот. Можно сказать, какой суммой ты можешь рискнуть, какой суммы, как я поначалу говорила, ребята, давайте так, если есть сомнения, но хочется все-таки попробовать, мы заходим в проект с суммой, которую не жалко потерять, потому что изначально я вообще думала, что я себе дам такое объяснение, экологический чистый транспорт, можно сказать, экологический проект на этой планете, и я поучаствую в этом как благотворительность. Даже если ничего не получится, пусть мои деньги пойдут на благотворительность, потому что будут сделаны попытки сделать что-то полезное для планеты и для людей. И, то есть я понимала, что я могу рискнуть этой суммой, мне не жалко ее потерять, поэтому я совершенно спокойно отдавала первые свои деньги. Но когда я видела, как это все развивается, когда я видела, как здорово, вообще какой грандиозный проект, вообще в каком грандиозном деле мы участвуем, я понимала, что я не могу остановиться, я хочу быть все время на плаву, я хочу быть все время в теме, в струе. Вот, и поэтому поэтому я там. И вот я своим ребятам говорила: пока другие спят, надо действовать. У тебя есть этот шанс, у тебя есть эта возможность. Вот. Также очень хорошо срабатывает такое утверждение: транспорт поедет и без вас. Он поедет, потому что, ну, мы уже практически реализовали, да, идею. Но весь мир, люди в этом мире, они разделятся на две группы. Тех, кто платит за проезд, и тех, кто получает с этого прибыль. И это действительно утверждение, которое срабатывает, ну, даже не то, что срабатывает, но это правдивое утверждение. Когда этот транспорт по планете поедет, то люди разделятся на две группы. Одни будут платить за проезд, другие будут получать с этого прибыль. Все. Третьей группы здесь не будет. Вот. Поэтому в какой группе вы хотели бы быть? Тебе важно понять, к какой группе ты относишься вот сейчас. Ты даже сейчас уже относишься к какой-то из этих групп. Тебе важно понимать? Вот. Ну и, естественно, мы им говорим, что ты, вот я тебе донес, я тебе сказал, потом не говори мне, что ты этого не знал. Потому что на сегодняшний день очень многие люди говорят: а что ты мне раньше не сказал? А почему? И как не сказала? Я тебе говорила, я тебе сказала, я захожу в проект, мне это нравится. Но почему ты не настояла? А почему ты меня за шкварник там не взяла, не потащила? Да ё-моё, люди, я донесла. Вот теперь не говори, что ты об этом не знал, да? Потому что мы сами даже понимаем, что сейчас уже выгода даже в дисконтах, она уже другая, да? То есть есть разница. Но зато тогда были риски больше, сейчас меньше риски. Вот, поэтому ищем свои фразы, ищем свои фишечки какие-то, то, что нам больше понятно, то, что нам легче доносить, то, с чем нам больше и легче, больше нравится и легче работать, да, и тогда мы будем уверенно тогда об этом говорить, когда мы вот свои фишечки какие-то найдем, мы прощупаем, и мы поймем, какие фразы работают конкретно у нас, потому что у каждого человека что-то свое. У одного одна фраза работает на 100%, у другого человека эта же фраза вообще не работает. Да? Поэтому, когда мы находим что-то свое, у нас всегда все будет получаться. Вот. И в заключение хочу сказать, что... Так мы сегодня говорили о возражениях, о том, как с ними работать, как на них отвечать, как их погашать. Хочу сказать, что погасить любое возражение вы сможете лишь тогда, когда у вас самих не останется ни капли сомнения в успехе нашего проекта. Если мы ни в чем не сомневаемся, то мы сможем разговаривать с любым негативщиком. И мы не будем бояться никаких возражений. На сегодня все. Тему мы закрыли. У нас остается до конца года еще несколько возможностей, несколько вебинаров будет. Я их немножечко переделаю, чтобы мы опять все 8 тем до конца года смогли пройти.
еще по одному разу, но немножечко я их трансформирую. А с нового года, вполне возможно, у нас будет другая система. Все, на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам, как говорят, больших чеков. Я желаю вам успехов в работе, в бизнесе. И ничего не бойтесь. И будьте уверены в себе. Всего хорошего. До свидания.